Три ни белых и ни коня, но лихо несущихся в тройке по трассе. В кадре, как сообщают пользователи в сети, олени. Видео снято на севере Коми. И вроде чем нас можно уже удивить, ведь это у нас по сыктывкарским дорогам ходят волки, а под Ухтой на трассе сидит медведь. Но оказывается, есть чему удивляться. Тройка из оленей так задорно бежит по дороге, что только копыта мелькают. Все бегут, бегут.